24 подростка получили свои первые паспорта из рук главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Торжественное мероприятие прошло в здании администрации. Поддержать девушек и юношей в этот день пришли самые близкие люди. Глава муниципалитета подчеркнул, что новый документ не только подтверждает права, но и ко многому обязывает. И теперь вы в любом месте представляете не только себя, но и целую страну. Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили и росли законопослушными, достойными гражданами своей страны. Любите Россию, берегите ее, гордитесь тем, что вы живете в такой замечательной стране и являетесь частью народа с великой-великой историей. По традиции каждому вручили по тому истории государства российского Николая Карамзина. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».